являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зеленой экономики. Экспо, день 65. Сердце международной выставки – павильон Нуралем по праву признано уникальным сооружением. Это самое большое в мире сферическое здание с диаметром 80 метров. О том, как оно строилось, создан документальный фильм. Над ним работал один из самых популярных научных телеканалов мира – National Geographic. Презентация фильма с участием создателей впервые прошла на территории Экспо. Проект рассказывает об особенностях и сложностях возведения объекта, учитывая особенности астанинского климата. В самом съемочном процессе участвовала небольшая команда. В National Geographic мы стараемся удивлять зрителей, рассказывать людям о вещах, о существовании которых они даже не подозревают. Нуралем — один из них. Во время съемок мы фокусировались на этапах строительства и насколько было тяжело его вести при экстремальной погоде в Астане. Просматривая проект, можно ощутить, насколько тяжело и ответственно это было. Потрясает тот факт, что за считанные месяцы сфера была построена. Продюсер фильма Иван Буссо может отправиться в любую точку мира в поисках уникальных и порой очень неожиданных историй для своих работ. Он трудится на телеканале около 15 лет. За плечами автора многие программы о технологиях, науке, этнографии, жизни диких животных и удивительных зданиях. Для меня Нуралем отличителен от других знаменитых зданий мира своей формой. Во-первых, это сфера, во-вторых, музей. Я очень люблю музеи, потому что важно обмениваться знаниями. В-третьих, находиться в сфере очень необычно. Семейная пара из Нидерландов заинтересовалась просторами 9-й по величине страны мира и решила непременно посетить международную выставку «Экспо». Путешествуют Питер и Инга не самым легким, но экологичным способом – на велосипедах. Они уже совершили экспедиции от Северной Америки до Южной, от Норвегии до Южной Африки и проложили путь до Поднебесной. Этим летом твердо решили открыть для себя Казахстан. Путешественники находят страну обширной, с богатой природой и историей. Через Астану до Алматы их маршрут пролегал целых 3 недели. Мы не хотели ехать по основной трассе Астана-Алматы, которая пролегает через город Караганды. Поэтому выбрали объездной путь немного западнее, через поселок Атасу. Затем восточнее, Кактугай. Всю дорогу нас окружали степи и встречались небольшие деревни с приветливыми людьми. Нам запомнились орлы и стадо овец. В один день мы даже не встретили ни одной машины. Просто потрясающе. Небо над путниками всегда было ясным. Из национальной кухни им понравились кумыс, курт, баурсаки. Наши гости – приверженцы зеленых идей. Их дом автономно вырабатывает энергию благодаря солнечным панелям. Забыться в городских каменных джунглях можно в райском растительном уголке на выставке. В первом тематическом павильоне создана удивительная садовая атмосфера из живых цветов и деревьев. Красота может произрастать в закрытом помещении, без солнечного света и даже без почвы. Такое возможно благодаря технологии гидропоники. Питательные вещества в составе воды питают корни растений и обеспечивают фотосинтез. Кроме того, излишняя жидкость повторно используется для полива. Таким образом достигается экономия воды до 50%. Этот способ позволяет выращивать урожай за короткие сроки. При этом не требуется больших площадей земли и машинной техники. Сегодня футуристические сады на основе гидропоники популярны в Сингапуре и Южной Корее. Гидропоника – это система выращивания растений только на воде и питательных веществ без почвы. Вот в таком губке наши растения были выращены, то есть без земли. Вы можете посмотреть все наши растения без земли. Как раз вот в чем преимущество – это сокращение использования воды до 50%, а наши продукты питания, в котором будет выращено все это, будет все местного производства.